дворец Потоцких, это не совсем наш дворец, это дворец, который находился рядом. То есть усадьба, она была построена раньше, наша усадьба тогда еще не было. И вот там проходила первая елка в Одессе. Даже можно сказать, что это была первая елка во всей Российской империи. Раньше елок не было таким праздником, как сейчас устраивают. 200 лет назад не было, это была большая редкость. И вот знатные жители Одессы получают приглашение на рождественский бал. Как раз в Потоцких. И там сразу начинают думать о своих нарядах и о своих прическах. Так, да, красиво. Давайте мы с вами вспомним и представим, какие были платья, потом летали, потом шли красивые пышные юбки. Эти юбки часто были со шлейфом. И каждая дама хотела быть самой красивой, поэтому они очень много внимания уделяли своим платьям, своим украшениям, своим прическам. Вот. А давайте представим и вспомним, какие были прически. Еще кареты были украшены факелами, то есть каждая карета ехала, были вставлены факелы, это было такое зрелище для Одессы невиданное. Горело что-то? Ну, только факелы горели, света освещалась, вот ехала карета, вот сейчас машины зажигают фары, да, а тогда там внутри фитилек и налито масло. И фитилек пропитывается маслом, если его зажечь, но из-за того, что она была украшена. Так, давайте представим, она была вся украшена свечками. Было много-много свечек, и они все горели. Да, а какие еще игрушки раньше были на свечках? Давайте с вами представим. Деревянные. Это похоже. Первые игрушки, это были свечи. Ну, свечи, да, елочка была украшена свечами. Первые игрушки это были орешки, которые обворачивали в фольгу, в золотую или в серебряную фольгу. И вот эти орешки, конфетки, яблочки засахаренные были. Вот с дырюшками, да, вот камечки могли быть, или игрушки.